Добрый вечер, уважаемые посетители нашего вебинара. Прошу, если меня хорошо слышно и видно, отписать в чате, то все в порядке. Картинка порешали. Скажите. Отлично. Ну что ж, еще раз поприветствую вас на сегодняшнем вебинаре. Зовут меня Михаил Цыганов. Я являюсь руководителем развития бизнеса в регионах компании A-Markets. Сегодня тема нашего вебинара будет не совсем обычной. Мы будем обсуждать партнерские программы и возможность заработать на партнерских программах финансовых рынков. Значит, в принципе, хочу рассказать вам о двух методах вознаграждения, которые являются на сегодняшний день основными методами, на чем можно зарабатывать. То есть, по сути, партнерство с нами – это привлечение клиента. Мы, как финансовый брокер, занимаемся предоставлением брокерских услуг. Наша прямая комиссия – это доход от фиксированного спреда каждого клиента или от фиксированной комиссии, в зависимости от того, какой тип счета клиент выбирает. Вот. Значит, я хочу обсудить сегодня с вами и рассказать методы работы вообще, в принципе, партнерской программы. Также хочу рассказать о способах получения дохода с партнерской программы. Значит, я разделяю партнерские программы на два типа вознаграждения. На самом деле мы их называем агент или вебмастер. Агентом может быть абсолютно любое физическое лицо, в принципе, это может быть даже и компания. Вебмастером тоже может быть абсолютно любой партнер. Здесь мы, главное, должны понимать отличия в схеме вознаграждения. То есть, по сути, мы предлагаем две схемы. Первая – это разделение прямого дохода компаний. Это схема, в которой наши партнеры получают процент от оборота. То есть вы привлекаете клиента, он открывает торговый счет, пополняет его, начинает совершать торговые операции, и дальше уже, вне зависимости от того, какой будет финансовый результат этого клиента, вы зарабатываете процент от оборота. Далее я расскажу вообще в принципе о процентах, да, то есть сейчас хотелось бы все-таки сконцентрировать внимание на том, насколько много можно заработать. В среднем партнеры A-Market зарабатывают примерно 5-10% от депозита клиента ежемесячно. Что это за данные? Естественно, это данные очень сильно округленные. То есть мы не можем вам гарантировать, что если клиент заведет 100 тысяч долларов, вы гарантированно получите 10 тысяч долларов, да, естественно. Все зависит от того, насколько активен этот клиент. Все зависит от того, какую стратегию он использует. Он может торговать очень консервативно, он может открыть одну сделку раз в день, раз в месяц или даже раз в год. Но есть очень активные трейдеры, есть трейдеры, которые совершают несколько сотен, даже тысяч сделок в день, да. Есть автоматизированные торговые системы, которые позволяют автоматически открывать и закрывать сделки, да, так называемые роботы. Вот. На этом вы можете достаточно немало зарабатывать. В среднем, если мы округлим эти значения, клиент приносит нашему партнеру от 5 до 10% от депозита. То есть если вы привлекли клиента с 1000 долларов, вы практически можете быть уверены в том, что этот клиент принесет вам ежемесячно 50-100 долларов. Ну а далее, естественно, все зависит от того, как много клиентов в вашем пуле. Вот. Естественно, более интересно, когда у вас много клиентов с небольшими счетами. Небольшим счетом я называю счет в 500-5 тысяч долларов. Такие счета будут генерировать вам основной оборот, который принесет вам немалую сумму вознаграждения. Вот. Также в схеме разделения спреда, схеме разделения дохода компании, вы имеете многоуровневую партнерскую программу, чуть позже об этом тоже расскажу. Вот. Второй вид сотрудничества с нами, по сути, это фиксированная оплата за каждого привлеченного клиента. Мы называем эту программу «Вебмастер». В основном она используется на просторах интернета. Почему? Потому что вебмастер зачастую не знает своего клиента. Ему важно получить фиксированную выплату за каждое привлечение. То есть это схема, при которой мы фиксированно вам платим за каждое пополнение клиента в течение срока верификации клиента.
То есть мы имеем два тарифа, в течение 15 дней вы регистрируете клиента, он пополняет торговый счет, начинает совершать сделки. Мы его верифицируем. Основной фишкой этой партнерской программы является то, что вы получаете выплату достаточно высокую на старте. Вы можете получить большую выплату, к примеру, на счет в $5 мы платим $5. Это очень высокая конкурентная ставка, то есть вы получаете 100% от депозита. Более того, хочу вам сказать, вы получаете за каждое пополнение в течение срока верификации. В базовом пакете срок верификации составляет 15 дней. В течение 15 дней клиент зашел на $5, через неделю пополнил еще на $5, через 10 дней пополнил еще на $5000. С $5000 вы получите вознаграждение, с 5000 и плюс еще предыдущие пополнения. Да? Но вы можете ничего не получить в том случае, если клиент завел $100 и через 3 дня вывел $100. Да? Естественно, компания на этом тоже не заработала. В случае в разделении прибыли по CPA-системе мы рассчитываем на дальнейшую работу с этим клиентом. То есть мы готовы на старте отдать вам больше, чем сами заработаем, но за дальнейшее пополнение от этого клиента вы уже не получите. То есть если вы завели клиента, и вам интересно на старте получить больше 10, 20, 30%, да, ну, в зависимости от того, какой у вас депозит клиента. Естественно, опять же, да, если вы завели клиента на $100000, то вы мгновенно 10 тысяч не получите, да, так как это не является прямой прибылью компании. Вот. Мы готовы обсуждать все ставки полностью. Сегодня я вам их покажу, естественно, да, чтобы вы понимали, сколько можно на этом заработать. Вот. Здесь, в этой партнерской программе, вы абсолютно не зависите от каких-либо обстоятельств. Ваша задача привлечь клиента, чтобы он начал торговать, ну и, по сути, прошел верификацию. Вы получаете фиксированную выплату сразу и много. Вот. Эта партнерская программа подойдет на старте, да, то есть если вы планируете развивать какой-то веб-сайт, например, да, или даже строить более серьезные партнерские отношения, да, открывать какой-то офис, например, и на старте вы хотите заработать сразу и много, и у вас уже есть какие-то готовые клиенты, которые готовы торговать с нашей компанией, вы можете их завести к нам, ну и фиксированно сразу получить большую выплату, что в дальнейшем позволит вам разработать какой-то сайт, проплатить рекламу, чтобы привлечь новых клиентов. Теперь давайте поговорим о преимуществах партнерской программы Amarkets. На самом деле хочу сказать, что Amarkets номер один на рынке партнерских программ в этой индустрии. Мы имеем очень высокие, мы выставляем очень высокие ставки вознаграждений, мы по факту делим то, что у нас есть. Наши партнеры получают вознаграждение ежедневно, ну, в зависимости от типа партнерской программы, да, то есть если вы работаете с нами как агент, то вы получаете выплату каждый день. То есть каждый день вы можете зайти в кабинет партнера, сделать выплату и получить вознаграждение. Вот. Это очень хорошая система. Почему? Потому как многие компании делают выплату, например, раз в месяц. Вот. Это неудобно, так как вам, как партнеру, по сути, очень важно получить средства сейчас, чтобы их инвестировать далее для получения новых клиентов, и совместно мы на этом с вами зарабатываем. Вот, мы это понимаем, мы в этом заинтересованы, и мы делаем расчет каждый день. То есть каждый день вы можете делать вывод. Вот, у нас нет отсутствия ограничения на выплату. Вот, в целом у нас детальная прозрачная статистика, вы ее можете видеть в кабинете партнера. После того, как вы зарегистрировались, вы уже получаете полный функционал, полный пакет баннеров для привлечения клиентов, виджетов, всевозможных обоев на рабочий стол. Вы получаете полную прозрачную статистику по каждому клиенту, все его пополнения, выводы, весь его торговый оборот и так далее. Вот. Компания Amarkets существует на этом рынке достаточно давно, мы 2007 года, вот совсем скоро будет уже 10 лет. Мы очень надежная компания, у нас безупречная репутация, об этом свидетельствует ряд наших наград. Вот буквально недавно, кстати, в конце прошлого года мы получили очередную награду. Лидер по партнерским программам на выставке Race Expo, да, это в очередной раз доказало то, что мы номер один на рынке партнерских программ. Вот. Плюс ко всему, мы предоставляем настолько качественную поддержку наших партнеров, мы закрепляем за каждым партнером персонального менеджера, вы в любой период рабочего дня можете позвонить, получить консультацию, как открыть клиента, мы можем помочь вам в написании статей, например, если вы работаете как веб-мастер.
мы можем помочь вам в написании вашего бизнес-плана, если вы более глобальный партнер и предполагаете в дальнейшем открытие консультационного центра, например, да, хотите обучать клиентов, но не понимаете, как это реализовать. Мы можем пойти навстречу и совместно с вами, обсудив сумму, которую вы хотите вложить, да, чего вы ожидаете, какой срок, какие цели перед собой ставите, да, так как, в принципе, все мы люди разные, кому-то достаточно 5000 долларов вознаграждения в месяц, а кому-то и 30 недостаточно, да, поэтому все очень-очень индивидуально, ну, и зависит от того, какой простор для маневра вы вообще имеете. Партнерская программа позволяет зарабатывать на рынке, ничего не вкладывая. Почему? Потому что, по сути, это единственная возможность, где вы, не вкладывая средства, зарабатываете. То есть вы привлекаете своего знакомого, друга, там, брата, сестру, еще кого-то, да, это не имеет никакого значения. То есть у каждого из нас есть в обороте друзья, которые так или иначе интересуются получением дополнительного дохода на финансовых рынках. Может быть, они инвестируют в какие-то банки, делают вклады, имеют какие-то другие инвестиционные продукты, да, то есть на самом деле сейчас очень-очень много продуктов, с которых можно получать доход, поэтому, в общем-то, заинтересованных найти не так сложно. Поэтому я рекомендую всегда всем начинающим партнерам начинать с самого простого метода. Не нужно распыляться, не нужно вкладывать десятки, сотни тысяч долларов для того, чтобы получать более серьезный доход. Хорошо, если это у вас есть, хорошо, если вы нацелены на серьезную долгую работу, но начать лучше с простого. Привлеките двух, трех, пятерых друзей, посмотрите, насколько это рентабельно, оцените все, взвесьте, посмотрите, как мы работаем, давайте познакомимся, встретимся с вами лично, да, пообщаемся, построим какой-то план развития, и только после этого будем думать о том, чтобы более серьезно развивать наши с вами отношения, увеличивать доход. Давайте поговорим о статистике. В целом, наша компания предоставляет ряд услуг для физических лиц. Сейчас в наше время вовсе не обязательно быть профессиональным трейдером. Вы можете привлечь клиента, которому мы, в свою очередь, поможем составить портфель инвестиционный, где он будет автономно абсолютно зарабатывать, получать доход стабильный. Вот. У нас есть ряд сервисов. Вы, привлекая клиентов, можете поставлять как трейдеров, так и инвесторов и даже партнеров. Значит, здесь в этой табличке представлены трейдеры и инвесторы, чтобы вы понимали, да, сколько каждый из них приносит. Могу сказать, что в среднем, конечно, инвестора привлечь проще, да, так как в этом рынке нужно разбираться, нужно его анализировать, прогнозировать и так далее. Если вы разбираетесь, то проще простого обучить вашего друга, показать ему, что там метатрейдер, чтобы он научился и в дальнейшем использовал это для себя. Вот. Но в целом это не обязательное условие, ваша задача привлечь, ваша задача зарегистрировать этого клиента, в дальнейшем мы сами с ним поработаем, мы с ним созвонимся, предложим сервисы, обучим, поможем построить стратегию, поможем написать торгового советника, если это необходимо, да, поможем оптимизировать его торговую систему, в принципе это все более чем реально. Вот. Если мы говорим об инвесторах, то конечно их привлекать легче, но торговый оборот, как правило, у них ниже, так как трейдеры, которые действительно зарабатывают, они торгуют в основном долгосрочно и не очень активно. Вот. Поэтому это принесет, ну, отчасти меньше, но привлечь такого клиента гораздо проще. Вот. Мой совет, если вы хотите привлекать инвесторов, то хочу вам сказать, что из практики от инвестора до трейдера один шаг. Сегодня он зашел в личный кабинет, завел 1000 долларов, стал инвестором, приносит вам доход. Завтра заинтересовался, ага, вот если тут есть управляющий, который зарабатывает на этом, а почему я не могу? Инвестировал в самостоятельную, в собственную торговлю, да, начал обучаться, изучать и так далее. Вот, поэтому срок жизни наших клиентов достаточно высокий. Безусловно, часть из них заходит, выходит, возвращаются, уходят на этот рынок, анализируют другие компании, в итоге все равно возвращаются к нам. Почему? Потому что у нас прозрачные условия, мы открытая компания, мы всегда общаемся с нашими клиентами, мы помогаем им и действительно делаем все для того, чтобы им было комфортно, да, с точки зрения торговли. Вот. Также здесь представлена конверсия в открытые счета, да, и конверсия в пополненные счета. Если вы понимаете, что такое конверсия, то вы, наверное, уже видите, что конверсия действительно очень высокая. Вот. У нас порядка 4% входящего трафика – это
люди, которые в итоге открывают торговые счета, и 25% из них минимум пополняют торговые счета. Вот. Это действительно очень высокая конверсия, очень большой входящий поток в нашу компанию, и все они так или иначе профессионалы этого рынка. Нас выбирают именно те, кто уже был связан с рынком, приходят к нам, понимая, что мы даем сервис максимально прозрачный. В зависимости от того, какой пакет услуг он выбирает, он получает то, чего он хочет. Вот. Но мы также нацелены и на начинающих трейдеров, да, как я сказал, мы занимаемся обучением. Вам, как партнеру, нужно всего-навсего привлечь клиента, то есть сделать так, чтобы он зарегистрировался. Теперь давайте поговорим о том, как же все-таки привлечь клиента. Да. Самый простой способ, как я уже говорил сегодня, да, это привлечь своих знакомых, друзей. Но также хочу сказать, что есть другие методы привлечения. Я их разделяю на два типа, это офлайн и онлайн. Если мы говорим об офлайне, это по сути прямые продажи. То есть это какое-то обучение очное, да, это сарафанное радио, ваши друзья, знакомые, которые так или иначе интересуются инвестициями. Это какие-то индивидуальные консультации, это открытие офиса, да, это работа, это сотрудники, менеджеры, это бизнес-планы, это бизнес-процессы, работа офиса и так далее. Во всем этом мы, естественно, можем вам помочь. От себя компания A-Markets дает максимальный перечень для привлечения клиентов в офлайн. То есть мы готовы подготовить для вас маркетинговые материалы, это буклеты, всевозможные ручки, пакеты и так далее. В принципе, часть материала вы всегда можете найти в кабинете партнера, она доступна. Вы можете ее скачать, распечатать самостоятельно, если есть такая необходимость. Вот. Более того, в кабинете партнера у нас есть пособие по привлечению клиентов, у нас есть пособие по привлечению клиентов в интернет, у нас есть бизнес-план о том, как открыть офис, да, для более серьезных партнеров, которые планируют развиваться регионально и открывать, может, и не один офис. Вот. Там указаны даже примерные суммы. Да. В моем понимании, для того, чтобы стартовать и открыть офис, не нужно иметь какие-то заоблачные капиталы. Для этого необходимо иметь хотя бы 3-5 долларов для того, чтобы открыть совсем базовый офис, посадить туда 1-2 сотрудников, дать рекламу, купить мебель, открыть компанию и так далее. И в течение месяца-двух это уже дает результат, так как мы помогаем нашим партнерам. Вот. Если же мы говорим об онлайн-привлечениях, здесь простор для маневра очень большой. То есть тут мы абсолютно не ограничены ни в чем. Вы можете построить свой сайт, вы можете дать рекламу на сторонних сайтах, блогах, форумах. Это социальные сети, да, можно создать группу ВКонтакте, в Фейсбуке или еще где-то, в Одноклассниках. Да. Это могут быть email-рассылки, если вы имеете большие базы клиентов. В принципе, преград вообще абсолютно никаких. Вы можете записывать видеоматериалы с обучением, да, и давать его через канал YouTube, рекламируя там нашу компанию, говоря, что вы работаете с A-Markets, торгуете там и рекомендуете делать и посетителям то же самое. Вот. Это может быть Яндекс, Google, да, то есть контекстная реклама. Способов получения трафика действительно очень много. Хочу сказать, что работает все, но нужно понимать, как это работает. Зачастую веб-мастера вкладывают достаточно большие ресурсы в получение трафика, а выхлопа никакого не получают. Мы со своей стороны поможем вам сделать SEO-аудит вашего сайта, мы поможем разработать правильную рекламную кампанию. Если есть необходимость, мы можем написать статью конкретно для вашего ресурса, да, так как мы тоже в этом заинтересованы и понимаем, что только совместно мы можем получить хорошие результаты. Вот. Если же мы говорим в целом о сайте, то самый простой способ привлечь трафик, на мой взгляд, это привлечение клиентов через соцсети. Социальные сети у нас, как правило, бесплатные или частичная плата, то есть плата там достаточно низкая, скажем, по сравнению с контекстной рекламой. Вы заплатите на несколько порядков меньше, а получаете прямого клиента, который в итоге переходит на ваш сайт, сайт идентифицируется в нашей системе, то есть мы можем идентифицировать ваш сайт, и все клиенты, которые однажды перейдут от вас к нам, будут закрепляться автоматически за вами. Также хочу сказать, что мы помогаем нашим партнерам с точки зрения ретаргетинга. То есть это такая штука, при которой клиент однажды через ваш сайт попал к нам,
заинтересовался, например, демо-счетом, и в дальнейшем он, штудируя просторы интернета, получает подсказку в виде окошка, где мы предлагаем ему все-таки открыть демо-счет. Да? Если он однажды, уже перейдя не с вашего сайта, а от другого, приходит к нам и регистрируется, этот клиент также считается вашим клиентом. То есть мы за это заплатили, и при этом делимся с вами этим клиентом, так как первоисточником были именно вы. Вот. На мой взгляд, вообще на сегодняшний день самый перспективный вид получения дохода – это онлайн. То есть именно здесь вы можете вложить небольшие суммы, составить сайт. Если вы еще и будете давать свои прямые контакты клиентам, как, хотя бы как минимум Skype, будете их консультировать, то это в любом случае даст результат, результат не заставит себя ждать, вы достаточно быстро будете получать доход. Теперь давайте поговорим об вознаграждении агента. Агент получает прямой доход компании, то есть с агентом мы разделяем спред или комиссию, в зависимости от типа счета. Если мы говорим о стандартных условиях, стандартные условия уже на старте имеют порядка 40% от дохода компании Amarkets. Мы можем расширять эти условия в зависимости от того, насколько много торгуют ваши клиенты. То есть, если вы привлекаете клиентов, поверьте, 10-20 клиентов легко сгенерируют вам торговый оборот в 100 лотов. Если ваши клиенты торговали в этом месяце и выполнили оборот более 100 лотов, во-первых, это вам сгенерировало порядка, ну, в зависимости от типа счета, естественно, да, я думаю, что это уже около $800-1000 вознаграждения. Вот. Плюс в следующем месяце у вас будет повышенная ставка, вы уже получаете 50% от спреда. Есть еще и более высокая ставка, да, это 60% от спреда. 60% от спреда – это случай, в котором мы уже, по сути, отдаем больше, чем сами зарабатываем. Мы очень лояльны к нашим партнерам. Партнеры это понимают, и во многих случаях мы делимся даже больше, чем зарабатываем сами. Вот. Поэтому, если вам интересно двигаться в этом же направлении, хочу сказать, что схема вознаграждения агента, она на старте вам не даст очень быстрый результат. Но клиенты, которые приходят к нам однажды, торгуют с нами достаточно долго. Они не уходят, они получают качественное обслуживание, мы с ними работаем, и в итоге все остаются довольны. Если вы однажды потратили какие-то ресурсы, привлекли клиента, он пришел к нам, торгует, он может торговать год и не один год, вы будете ежедневно получать вознаграждение за этого клиента. Безусловно, мы сделаем все для того, чтобы вы привлекли не одного клиента, да, так как, в общем-то, интереса в получении дохода от одного клиента, я думаю, нету ни у вас, ни у нас, да, так как все-таки, если это один единоразовый клиент, то, наверное, лучше все-таки использовать схему вознаграждения вебмастера, так как на старте это даст вам больше, нежели там, разделение спреда. Ведь вы не знаете, клиент будет торговать, не будет торговать. Это интересно, если у вас много клиентов, если у вас база, вы постоянно, стабильно привлекаете нам клиентов и на этом тоже зарабатываете. Теперь давайте поговорим о примере заработка. Как много можно зарабатывать на этом? Как я уже сказал, в среднем агент зарабатывает 5-10% от депозита всех клиентов. Здесь я привел пример, при котором у партнера есть порядка 14 активных клиентов. Это результат за месяц. Его клиенты совершили вот такой вот оборот, но на Форексе, и вот такой вот оборот на металлах. Ну и немножко на CFD-контрактах поторговали. Что мы видим? Да, если мы сложим 330 плюс 229, мы получим порядка там 560 лотов. И мы видим, что вознаграждение составило $5389. Это говорит о том, что это торговый оборот на каждый лот составил чуть меньше $10. То есть, в принципе, это минимум, который мы платим. В зависимости от того, конечно, на какой валютной паре торгует клиент, естественно, если это экзотика, какие-то кросс-курсы или еще что-то, то, безусловно, вы будете получать больше. Если мы говорим об евро-долларе, например, то спред там достаточно узкий, и, конечно, мы там $20 за каждый лот не платим, так как сами этого не зарабатываем. Вот. Но из практики клиенты торгуют именно на евро-долларе, евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена, вот такие вот основные валюты, потому что спред там узкий, цена ведет себя стабильно, и на этом действительно можно зарабатывать. Вот. Хочу заметить, что здесь есть такое поле, как PAM-бонус.
Наши агенты имеют возможность заключить договор не только с нами, а еще и с управляющим. У нас есть PAM-сервис, в котором управляющий управляет средствами наших инвесторов, не наших, а наших клиентов. Да? Соответственно, вы можете внутри личного кабинета заключить договор с любым управляющим. Например, управляющий выставляет оферту 10%. Если вы привлекли к нему инвестора на $1000, например, да, и управляющий с инвестором договорились поделить прибыль пополам, то есть 50% от дохода управляющему, 50% инвестору. Была 1000, в течение года шла торговля, стало $2000, то есть 1000 это чистая доходность управляющего. Соответственно, прибыль поделилась пополам, но у вас была еще оферта с этим управляющим. 10% от своего дохода он отдает вам. То есть если управляющий с инвестором поделились пополам, то есть $500 управляющему, $500 инвестору, то ваши 10% от $500. То есть $50 дополнительно сверху к обороту вы получите. То есть это вот такой вот плюс. Здесь я привел второй пример. В этом примере я показываю, что есть возможность привлекать не только клиентов, но и партнеров. Значит, обратите внимание, вот у этого партнера всего 19 активных клиентов, но есть 5 активных партнеров. Кстати, статистика в кабинете партнера позволяет зайти к каждому партнеру, увидеть всю необходимую информацию по клиентам, да, кто сколько совершил обороты и так далее. Так вот, мы видим, что суммарное вознаграждение партнера составило 11 тысяч партнеров $871, вознаграждение данного партнера составило $13580. Это уже более серьезное. Партнеры, да, то есть мы не запрещаем вам привлекать, пожалуйста, вы можете привлекать не только клиентов, но и партнеров, но и серьезных людей. Есть люди, которые имеют ряд бизнесов, почему бы не предложить им открыть еще один более рентабельный бизнес? Рентабельность нашего бизнеса, она очень на высоком уровне, и поверьте, с вложениями даже в $5000-10000 вы окупаетесь в течение нескольких месяцев. В других индустриях вы вряд ли найдете такой срок окупаемости, в основном это измеряется годом как минимум, да, а то и 2, 3, 5, в зависимости от того, какой масштаб этого бизнеса, конечно, вы здесь можете и дольше окупать этот бизнес. Вот. В нашей сфере вы достаточно быстро можете получить вознаграждение, вы можете привлечь партнеров и зарабатывать с их клиентов. То есть мы не забираем вознаграждение привлеченных вами партнеров, мы дополнительно к вашему вознаграждению и вознаграждению ваших партнеров выплачиваем еще 15% со второго уровня. Вот. Чуть позже я вам покажу информацию о многоуровневой партнерской программе. Сейчас я хотел бы сакцентировать свое внимание на вознаграждение веб-мастеров. Значит, мы делим вознаграждение партнеров в качестве веб-мастеров на два пакета. Значит, первый пакет это старт, второй пакет это про пакет. Как получить пакет про? Для того, чтобы перейти на этот пакет, вы должны привлечь как минимум 10 клиентов. То есть 10 активных клиентов. Обращаю ваше внимание. То есть если мы имеем пакет Pro и привлекаем клиента на $1000, то с этой $1000 вам уже падает в качестве вознаграждения $300. Это 30%. Это очень высокая ставка. Поверьте, в некоторых случаях даже клиенты в качестве агентов не делают такой оборот. На старте точно. По истечении нескольких лет, да, безусловно, вы можете доработать и, может быть, и больше заработать. Но если вам интересно на старте получить много, да, то есть если у вас есть 5 клиентов по $1000, вы уже заработаете как минимум $1500. Поверьте, этого достаточно, чтобы открыть какой-то сайт, раскрутить его, создать группу ВКонтакте, привлечь новых клиентов. Да, то есть, по сути, мы предлагаем бизнес под ключ, мы предлагаем схемы, которые точно работают. Мы сделаем все для того, чтобы у вас получилось, если у вас есть какие-либо вопросы или вы что-то не понимаете, главное найти общий язык, обращайтесь к нам, обращайтесь ко мне лично, мы можем всегда пообщаться, я открыт к диалогу, мы всегда поможем, обговорим индивидуальные условия для вас, если необходимо, мы готовы даже встретиться, это тоже вовсе не проблема. Вот. Ну и далее я выставил схема вознаграждения, пример заработка веб-мастера. Значит, здесь мы видим, как это выглядит примерно. Да?
В течение месяца здесь появляется ряд клиентов, я здесь урезал, да, здесь всего уже 26 клиентов, 22 подтверждены, 4 из них на проверке находятся, да. Соответственно, мы видим, что вебмастер в данном случае заработал 3350 долларов уже, да, и 350 у него находится еще в резерве. Зарезервированные средства – это средства, которые являются вашими, но они будут разрезервированы в том случае, если клиент пройдет верификацию, например. Да. В некоторых случаях мы можем удлинить срок верификации, да, то есть в том случае, если клиент, например, не вышел на связь, или не торгует, что очень подозрительно, да, то есть, естественно, мы тоже понимаем, что мы выплачиваем со своего кармана, рассчитывая на дальнейшую работу с этим клиентом. Мы заинтересованы в том, чтобы партнер получил свою выплату, но, естественно, бывают случаи, на моей памяти буквально 1-2 раза было такое, что партнер сам пытается, да, накрутить вознаграждение в целях получения своей прибыли, можно завести свои же средства, чтобы заработать на этом. Естественно, так не получится. Мы видим и пересечение по IP-адресам. Мы тоже на этом рынке не первый день не понимаем, что за условия мы даем. Да? Вот, в данном случае вы видите, что да, здесь есть пополнение на 2000 долларов, да, и 200 ушло партнеру как вознаграждение. Вот. Вот более простой вариант. Да? В данном случае партнер привлекает мелких клиентов. Порядка 12 клиентов уже подтверждены, и партнер заработал 550 долларов. Ваше право, вы можете сами выбирать, каких клиентов привлекать. Мелких или крупных решать только вам. Безусловно, привлечь клиента на 10 долларов гораздо проще, чем клиента на там, 1000 долларов. Но вы должны понимать, что на этом вы зарабатываете меньше, и клиент тоже на этом маловероятно, что заработает, так как с такими маленькими депозитами невозможно выдержать ни просадку нормальную, ни совершить серию сделок. В общем-то, да особо никакую стратегию выдержать здесь нереально. Поэтому, конечно, я рекомендую более серьезные депозиты. На мой взгляд, гораздо интересен сегмент клиентов, которые торгуют с депозитами хотя бы от 1000 долларов. В моем понимании, чтобы нормально торговать, выдержать серию сделок, совершить разные тактики, нужно хотя бы 1000-3-5 долларов. Вот. Такой клиент будет приносить вам достаточно неплохой доход. Мне часто задают вопрос, как много зарабатывают наши партнеры. В среднем в России сейчас заработная плата, я не думаю, что выше там, 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей это порядка 600 долларов, 600-700 долларов. 600-700 долларов наши партнеры зарабатывают в среднем, не меньше. У нас есть партнеры, которые зарабатывают 15, 20 и даже 30 тысяч долларов и выше, в зависимости от того, насколько активно ведут торговлю их клиенты. Вот, поэтому я хочу, чтобы сейчас вы задумались над тем, насколько это интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, естественно, мы на них ответим. Вот. Начните с простого, привлеките каких-то знакомых, пусть они попробуют себя в качестве трейдеров или инвесторов, да, составить портфель мы тоже поможем. Ну а вы на этом заработаете. И очень немало заработать. Сегменты целевой аудитории. Я вообще разделяю потенциальных клиентов моих партнеров на три сегмента. Это самостоятельные трейдеры, инвесторы или партнеры. На самом деле я хочу сказать, что у нас достаточно частая практика, когда изначально пришел инвестор, инвестировал средства, познакомился с рынком, его научили, начал торговать сам. Впоследствии заинтересовала вся партнерская программа. То есть входящий клиент к нам получает качественное обслуживание, соответственно, выбирает разные сервисы. То есть если вы привлекли клиента, я не исключаю такую возможность, что он будет вашим инвестором, трейдером и партнером, который будет приносить вам доход абсолютно на разных уровнях. Поэтому тут, конечно, выбирать вам. Зачастую наши партнеры торгуют на рынках. Да, у меня есть партнеры, которые приходят в нашу компанию, хотят, основная их цель это заработать на финансовых рынках, они начинают привлекать клиентов, привлекая клиентов, получают вознаграждение, которое они в дальнейшем сами инвестируют или торгуют на финансовых рынках. Это тоже возможно, вознаграждение вы можете перевести в баланс кошелька и на этом зарабатывать. Теперь давайте немного заострим наше внимание на многоуровневой партнерской программе. Наши агенты имеют возможность привлекать не только трейдеров, как я уже говорил неоднократно сегодня, а еще и партнеров.
Многоуровневая партнерская программа – это очень интересная вещь. Почему? Потому что вы получаете, вы привлекли клиента, который в дальнейшем заинтересовался партнерской программой, он начинает привлекать, а вы зарабатываете автономно. Вы для этого вообще ничего не делаете. То есть у нас есть многоуровневая программа, которая позволяет вам с первого уровня заработать от 40 до 60% от комиссии Амаркетс, со второго уровня 15% от комиссии Амаркетс, с третьего уровня 5% от комиссии Амаркетс. То есть это вот эти 15%, как многие думают, это не 15% от дохода вашего партнера, это 15% от спреда, например. То есть если с первого уровня вы заработали 40%, то это и этот клиент стал вашим партнером, он одновременно торгует, приносит вам доход, еще и начинает привлекать клиентов. С клиентов, которых он привлек, он получит 40%, а вы 15%. Порядок цифр вот такой. То есть здесь вы абсолютно автономно начинаете зарабатывать. Поверьте, бывают случаи, когда мои партнеры привлекают очень серьезных партнеров и, в общем-то, во многом начинают на этом-то и жить, да, как говорится. Вот, если партнер сгенерировал порядка там, $5000 вознаграждения, вы можете быть уверены в том, что вы заработаете с этого $1500, не меньше. А партнеров есть очень много и разных, есть целые сети партнеров, да, то есть по сути это некий сетевой бизнес, это тоже возможно для вас, да, вы можете привлекать сетевиков, вы можете открыть ряд офисов, вы можете привлечь людей, которым интересно открывать офисы. Есть очень крутые сайты, которые умеют привлекать клиентов. Вы можете привлечь их и, соответственно, тоже на этом зарабатывать. В принципе, все более чем реально. И поверьте, партнерская программа Амаркетс – это очень интересно. Это увлекательное путешествие в мир финансовой свободы, которое позволит вам абсолютно автономно зарабатывать, при этом не затрачивая свои средства. Более того, если вы нацелены на получение дохода от финансовых рынков, вы можете, не вкладывая средства, заработать и потом реинвестировать эти средства в получение дохода с финансовых рынков, торгуя самостоятельно или же выбрать ПАМ управляющего, может быть, выбрать копирование сигналов. Наши клиенты получают сервис в виде инвестиционных проектов, таких как X-Social, то есть в нашей системе есть возможность копировать сигналы с крупнейших европейских брокеров, более 1500 стратегий. Можно выбрать абсолютно разный сегмент клиентов, можно выбрать, например, трейдера из Лондона, получить его сигналы, копируя, да, получать на этом доход. В принципе, поверьте, работая с нами, вы всегда найдете, что предложить вашему конечному клиенту. Вот. Сегменты у нас очень разные, поэтому давайте, как говорится, обсуждать. Еще одна очень полезная функция, которую мы даем нашим партнерам. Как проще заинтересовать своих клиентов, да? То есть, грубо говоря, мы можем предоставить партнерский ребейт. Вы, в свою очередь, получая вознаграждение с каждого клиента, то есть вы привлекли клиента, он сгенерировал вам оборот $100, то есть вы заработали $100. Мы можем включить вам функционал, который позволит вам автоматически выплачивать каждому клиенту тот или иной процент. С этим процентом вы определяетесь сами. Вы можете как 10% от своего дохода платить, так и все 100%. Таким образом, мотивируя клиента, во-первых, торговать больше, что в конечном итоге принесет больше вознаграждения и вам, и нам, так и вашему клиенту будет очень приятно, так как он на этом зарабатывает дополнительно, для него это полученный бонус. Его не нужно отрабатывать никак. Это реальные деньги, которые он заработал, он может спокойно выводить и не переживать за то, что будут какие-то накладки, или там, как некоторые компании делают, что нужно выполнить торговый оборот или еще что-то в этом духе. У нас такого нет. Вы можете напрямую выставить процент, и все внутри кабинета партнера с моментом начисления вознаграждения, то есть каждый день, будет начисление на торговый счет клиенту, то есть он автоматически получит выплату сразу, мгновенно, без каких-либо дополнительных действий. Поверьте, условия, которые мы даем клиентам, они более чем адекватны. У нас очень-очень хорошие условия исполнения сделок. Мы одним из лидеров в этом направлении, точно лидер на рынке СНГ. Вот. И скорость сделок, поверьте, очень важна. Если вы нашли профессионального трейдера, дали ему хорошие условия торговли, базовые торговые условия, да, еще и вернули ему часть спреда, поверьте, он точно к вам придет, он будет заинтересован в том, чтобы торговать именно с вами, так как вы, во-первых, выплачиваете ему ребейт, во-вторых, мы ему даем хорошие качественные условия.
В принципе, в рамках сегодняшнего базового вебинара по партнерским программам это вся информация, которую я хотел до вас донести. Надеюсь, она была очень полезна. Сейчас, если у вас есть какие-либо вопросы, я с удовольствием их выслушаю в качестве переписки в чате. Если вопросов нет, найти меня легко. Контакты вы сейчас видите на экране, это моя личная почта или Skype. Также вы можете позвонить по бесплатному номеру, который указан на сайте Amarkets. Попросить соединить с Михаилом Цыгановым, вас всегда соединят, или напрямую соединиться самостоятельно. Добавочный номер лично моего телефона 227. Что, если вопросов нет, всем спасибо за внимание. Еще раз надеюсь, что информация была полезна. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество и совместное получение дохода с партнерских программ на финансовых рынках. Успехов и хорошего вечера!